Друзья, вы на канале Кот Изобилия. В этом видео поговорим о том, почему нельзя передавать хлеб из рук в руки. Как, казалось бы, такая народная примета может кардинально изменить вашу жизнь. Помните о том, что хлеб всему голова. И об этом знают все, потому что с давних времен наши бабушки, прабабушки относились к хлебу с особым почетом. Также помните о том, что хлеб нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а также давать его взаймы. Но также вы должны понимать, что хлеб нельзя и передавать из рук в руки. И если его нужно кому-то подать, то лучше выпечку положить в какую-то емкость. Например, в ту же тарелочку, корзиночку или, как вариант, дать целую упаковку. Так все же, почему нельзя передавать хлеб из рук в руки? Дело в том, что хлеб притягивает плохую энергию и бедность. Из него получается, что если вы кому-то отдаете в руки хлеб, то вы тем самым портите свое благосостояние. Вы через хлеб передаете другому человеку изобилие, достаток и благополучие. Также из рук в руки нельзя передавать и лук, потому что этот продукт ассоциируется, к сожалению, со слезами. Помните об этом. То же самое касается ножниц и ножей. Поскольку они режут, они сами по себе острые, они также могут принести беды. И с ними нужно быть крайне аккуратными и крайне быть осторожными, чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь. Друзья, теперь вы знаете, почему нельзя передавать хлеб из рук в руки. Придерживайтесь народных приметов, суеверий, традиций, и тогда в вашей жизни всегда будет и благополучие, и достаток. С вами, как всегда, как канал Кот Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами услышимся уже в следующем видео. Всех вам благ!